Сердечный патруль – название комплексной акции, призванной проинформировать людей о том, насколько коварны болезни сердца и что нужно знать, чтобы сохранить свое здоровье. Инициатива с первых минут реализации получила популярность. Желающих пройти диагностику, измерить артериальное давление и поговорить с медиками оказалось довольно много. Очень полезно. Я вообще об этом случайно узнала. Ехала с занятий йоги, зашла в магазин с приятельницей и тут вот встретила знакомую, оказалась вот такая акция. И я не думала, не гадала и решила сдать вот анализ. Я довольна, получила исчерпывающую информацию. 8 крупнейших торговых центров присоединились к профилактическому проекту. И то, что эффект от проведения подобных мероприятий есть, подтверждают цифры статистики. Порядка 10% от общего числа брещан, прошедших первый этап обследования в торговых объектах, являются потенциальными жертвами серьезных заболеваний. Выявлено примерно, 10% от тех людей, которые прошли, это люди впервые выявлены повышенным артериальным давлением, которым сказали впервые, что у них есть эта проблема. И они тогда начинают контролировать себя, следить и тем самым снижают риск развития острых сосудистых катастроф. Подводя итог мероприятия, медики в очередной раз призывают брещан быть более внимательными к себе и своему здоровью. Как показывает практика, многие и вовсе не задумываются о таких простых правилах, как соблюдение режима питания и сна, регулярное измерение артериального давления. Выполнение этих нехитрых правил позволит сохранить ваше сердце на долгие годы. Многие люди определили показатели холестеринового обмена, и тоже мы объясняем и рассказываем, как нужно себя вести для того, чтобы держать эти показатели под контролем. Поэтому мы считаем, что это очень информативное мероприятие, очень важное. И в течение еще 2018 года мы будем активно проводить такие мероприятия. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.